Ну тебе ампедаль уже. Смотри. До этого тополя, половинки вот этой первой, ты вылазишь, становишься ногами в развилку, и вот насколько у тебя высота, хватает высоты рук, срезаешь вот эту первую, она падает сюда на асфальт. Точно так же со второй, она точно так же беспроблемно сюда валится, только вторую будешь чуть-чуть вот так направлять, чуть-чуть. То есть ей, допустим, ей вот так вот буквально пару градусов уйти, и мы обезопасиваем вот эту линию. Потом ты спускаешься и максимально, насколько у тебя получается, обрезаешь вот эту рогатку, чтобы не было опасности для столба. А дальше лезешь вот туда, в развилку, там где две тонкие вверх пошли. В развилку ты закидываешь веревку, и вот этот тополь, он четко ложится вот здесь, вот так. И все. У тебя там сколько троса еще осталось? Бензин и трезва. Ну, я так думаю, что ты начинаешь раскладывать здоровую. Ты меня так обрадовал. Не знаю, с той стороны, там богато не такие. Ну, если равнять по резу, то где-то сантиметров 10, вот так вот. Зробим, после забитого клина, зробим на сантиметр. We'll be right back.
она продавила клин полностью. Это мягкая древесина. Смотри. Я сейчас беру арбодрин, переплевываю с той стороны в эту макушку, вяжу мою веревку 14 и на МТМ. Давай, 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 чуть-чуть. І все. Зараз ще півчаса і буду дрова.